Мишень, несколько дротиков и желание попасть в цель, и главное качество, которыми должен обладать стрелок – меткость. Сегодня по всему миру проводят множество турниров по дартсу. Традиционно открытый чемпионат по этому виду спорта прошел и в Сарове. Он у нас уже проходит с 2015 года с участием иногородних спортсменов. Вот в этом году приехали первый раз ребята из Пензенской области, из Мордовии приехало такое довольно большое представительство, 5 человек, и из нашей области. Всего 25 участников было. Команда Ильи Садова приехала на соревнования из рабочего поселка Сокольского. В турнирах спортсмены участвуют совсем недавно. За полтора года существования команда побывала на областных и всероссийских чемпионатах и успела достойно зарекомендовать себя. В Сарове молодые люди обыграли прошлых чемпионов и положили себе в копилку золотую медаль. Мы очень рады, что мы обыграли наконец-то сборную Нижегородской области. Она была практически в сильнейшем составе. Для нас это большой такой шаг вперед, так скажем. Мы очень этому рады. В свои 21 Илья Веретенников неоднократно становился победителем областных и всероссийских турниров. На чемпионате в Сарове спортсмен в очередной раз стал первым в личном первенстве среди мужчин. Молодой человек уверяет, что на соревнования он приезжает не только за наградами, но и за общением. Чтобы расслабляться, для того, чтобы отдыхать, общаться и проводить время в компании друзей. В личном первенстве среди девушек первое место заняла саровчанка Ольга Новоселова. Второе досталось Анастасии Горской из Саранска. До победы девушке не хватило всего нескольких очков. По мнению Анастасии, для участия в таких соревнованиях требуется не только точный расчет и меткий бросок. Спортсмену очень важно контролировать свои эмоции. Не волноваться, не переживать, иначе будет трястись рука, и дротики не будут идти туда, куда необходимо. То есть это же, конечно же, возобладание с собой, это тренировки и, конечно же, это работа. По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняли спортсмены из Сокольского, второе – сборная Нижегородской области, третье – «Ураган» из Сарова. Все участники турнира получили дипломы, медали и памятные подарки. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.